Салону 1822 года Жан де Лакруа готовил картину на сюжет из божественной комедии. Данте и Вергилий в лодке Плегия переплывают Стикс. Они приближаются к пятому кругу. Их освещает зарево адского города Дит. Наяды под сходнями неожиданным образом ассоциировались с адскими женщинами Данте. Это были два равнопламенных мира. Рубенс, действительно писавший с легкостью, напоминающей легкость, которой огонь обнимает полено, внушал ему этот блеск, даже небрежность. Стиль Рубенса – скороговорка человека, переполненного своими страстями, человеку, которому некогда думать о стиле, потому что стиль – это сам он, его азарт и безудержность, его торопливость, безграничность, восторг. «Ты не должна думать, дорогая сестра, что я пренебрегаю обязанностями родственника. Я не мог найти момента, чтобы нанести визит кузену Жаку и переварить его обиды за весь последний год сразу. Уже давно я хотел бы изменить воздух, которым дышу, и покинуть мое уединение. Но этот салон приближается». С начала 1822 года Эжен не ходил уже больше в мастерскую Герена. Он снял на несколько месяцев крохотное ателье в пассаже Солинье, в огромном двухэтажном сарае, разгороженном на множество каморок. В каждой из них стояла железная печка, стол и два ветхих стула. Эти каморки поочередно занимали мелкие стряпчие, агенты по сбору объявлений или художники, в различной степени нищие, в различной степени жаждущие славы и денег, но, как правило, потрясающе трудолюбивые. Французы всегда умели работать. Эжен втиснул в такую каморку холст, 3 метра в длину, 2 в высоту, и принялся за работу в уже свойственной тогда ему лихорадочной манере, не позволяя себе ни на минуту остыть. На полу он расстелил листы бумаги, на которых рисовал углем. Ему случалось ступать по этим листам. Для натурщиков он соорудил довольно жалкое ложе, накрыв его несколькими некогда яркими тряпками, которые взял на прокат. У него было 2 ежедневных маршрута. Из дому с улицы де ла Планш в ателье и отсюда в Лувр. Он бежал по парижским улицам, раскрыв рот, как утенок. Наследник Рубенса. Он торопился глотнуть свежего воздуха, пока работа не загоняла его опять в мастерскую. К кислому чаду на топленной печке, к запаху разогретых кистей, к картине. Она возникла на холсте быстро, он торопился. Он писал с такой дерзостью, которая господину Герену, если бы тот увидел его за работой, показалась бы настоящим кощунством. Эжен уразумел одну необычайную вещь, которую господин Герен счел бы чистейшей выдумкой. Все написанное за один присест было значительно лучше, чем то, к чему возвращаешься несколько раз. Этот процесс нельзя было расчленить, чтобы начать с половины, как нельзя расчленить прыжок. Его надо было начать заново. Поэтому Эжен неудавшиеся куски не исправлял, а соскребал шпателем, чтобы написать заново. Он писал очень быстро, и чем быстрее, тем собственная живопись казалась ему удачнее. Мощный прыжок требует стремительного разбега. Медлить нельзя. Как-то к нему в мастерскую наведался Арас Верне, молодой, весьма процветающий живописец. У Верна была своя мастерская на набережной Вольтера. Хорошая, просторная мастерская. Он был богат, что не мешало ему быть добродушным. «Картину надо успеть написать, пока она в твоей власти», — сказал он Эжену. Это были золотые слова. То, что возникало на холсте у де Лакруа, возможно, не вызывало бы негодования Рубенса, но с точки зрения классиков было просто мазнёй. Размашистые, резкие жесты, адская страсть, выплеснутая на холст с такой торопливостью, мазки, в которых не было ничего от эмалевой тщательности, считавшейся необходимой каждому мастеру. Если подойти ближе, то казалось, что мазки этого юного невежи положены на холст отдельно, как перья в хвосте петуха. Каким образом это случилось и когда он успел стать самим собой? Был ли он когда-либо кем-то другим? Когда он начинал только учиться,
Не прорывалась ли в нем эта сила, этот порыв? Конечно же, юность сдержаннее, юность стеснительнее. Он и теперь не окончательно еще содрал с себя кожуру, прикрывавшую его темперамент. Перья в хвосте петуха – это только местами, фигуры целиком. Целые спины были еще привычно эмалевыми, привычно лощеными. Кожура классицизма на них была еще прочной, но он уже распеленывался, он бунтовал. Картина вся была колеблема адскими волнами. Грешники, вцепившись в борта лодки Флегия, могли вот-вот ее опрокинуть. Данте и Вергилий стояли в лодке, пошатываясь. Они как будто отстраняли от себя наплывающий рой видений, гонимый пепельным ветром адского города Дита. Сам ужас приобретал здесь необычный для классиков инфернальный оттенок. Это был ад, по-итальянски «инферно». В картине Делакруа не было ничего сентиментального и ничего поучительного. Казалось, это была чистая поэзия и чистая страсть. 2 апреля 1822 года публика, заполнившая залы, смогла оценить скромный дебют никому еще неизвестного автора. Металл уже изливался, тигель был раскален. Открылся салон. В газетах появились статьи о салоне. «Это не картина, а красочная мазня», – заявил Делеклюз из журнала «Де Деба». Такое начало обескуражило жаждавшего известности юношу. Но однако буквально через несколько дней он был ошарашен, потрясен, осчастливлен. Никакая картина не раскрывает будущности великого художника, как картина Делакруа, изображающая Данте и Вергилия в аду, писал критик из газеты «Конституционель». Именно здесь заметен могучий порыв таланта, оживляющий наши надежды, почти уже исчезнувшие. В трактовке фантастического сюжета заметна строгость вкуса. Само изображение, которое придирчивые судьи могли бы упрекнуть в недостатке благородства, необычайно выразительно. Кисть широкая и мощная, цвет простой, сильный и резкий. Делакруа бросает свои фигуры, изгибает их своевольно со смелостью Микеланджело и изобилием Рубенса. Эта картина напоминает работы великих мастеров. В ней видна дикая естественная сила, которая движется по своему произволу. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что Делакруа гениален. Пусть он идет вперед уверенно, пусть берется за огромные работы, необходимые такого рода таланту. Автором данной статьи был Адольф Тьер. Хитроумный марселец следующим образом заканчивает свой панегирик. И в особенности должен придать молодому живописцу уверенности тот факт, что мнение, которое излагаю я, совпадает с мнением одного из крупнейших мастеров современной школы. Крупнейшим мастером современной школы был барон Жерар, любимейший портретист Талейрана. 12 октября 1830 года Делакруа написал брату Шарлю в Турин: «Что касается моего сплена, то он проходит благодаря работе. Я приступил к картине на современный сюжет «Баррикада». Если я не сражался за свободу Отечества, то, по крайней мере, буду делать живопись в его честь». В салоне 1831 года он показал картину, которая на короткое время сделала его славу официальной, узаконенной славой. Он даже получил ленточку почетного легиона в петлицу. «Свобода ведет народ». Это первая и единственная картина, не считая, разумеется, портретов, в которой Делакруа изобразил современных ему парижан в современных костюмах. Картина, в которой то, что за неимением более точного термина можно было бы назвать преображающим усилием, достигла своей максимальной мощи, в которой каждый сантиметр оказался абсолютно художественным, в которой Эжен впервые с такой силой дал почувствовать зрителю то, что Бодлер называл «преображенная истина». Ремни или думки, рукоятки пистолетов, приклады ружей, ткани потертые, грязные, пробитые пулями, мертвая кожа убитых, горячая кожа живых, рубашки, шарфы, небо и дым. Все это как будто приподнялось само над собой, сохранив материальный облик.
неожиданно пронизалась духом, лишившись своей грубой основы. Даже безобразно спущенный чулок на ноге мертвеца, даже измятый, измазанный кивер, валяющийся на мостовой. Все это приобрело новую, абсолютно духовную сущность, готовую перетечь в сознание зрителя, как перетекала неиссякаемая, янтарная, темно-прозрачная смесь, скопившаяся на полотнах Рембрандта. Это преображение было тем более трудно, что речь шла о предметах абсолютно знакомых, вполне обыденных предметах, в которых не было ничего легендарного. То, что происходило буквально вчера, надо было приподнять и сделать искусством, сохранив реальность события, придав ему значение символа. Картина напоминает орла, который, вцепившись когтями в землю, взмахнул мощными крыльями. Он озирает тех, кто не может взлететь призывно и снисходительно. Сейчас он рванется, и вы рванетесь за ним. Орел, фигура свободы, сразу возникла в воображении Жена. В правой руке она держит трехцветное знамя, в левой – ружье. Она возвышается над баррикадой, великолепная и величественная. Первая мысль – штопор, винтившийся в небо. Да, несомненно. Штопор, который завинтил Джерико. Если повернуть плоть медузы, если развернуть его к зрителю, если поражение сделать победой, дать в руки трехцветное знамя, если вместо свинцовых труб будет пороховой дым, пронзительным, ослепительным солнцем, если вместо отчаяния будет надежда, вместо страха отвага, то все равно останется это движение, страсть, которую Жену завещал Теодор Джерико. Рядом со свободой, по правую руку, молодой человек в цилиндре и сюртуке с ружьем наперевес. Так выглядели на баррикадах ученики политехнической школы. По правую – парижский гомен, вдохновленный парижский мальчишка в жилетке с двумя пистолетами. Есть еще три живых персонажа в этой картине. Рабочий в блузе, национальный гвардеец и раненый, который, с трудом приподнявшись, в экстазе созерцает свободу. Баррикада, плот медузы, который повернула к свободе, покрыта трупами. На одном из этих трупов только рубашка, задранная выше бедер. Бесстыдно и жалко темнеет пах. Ничего утешительного и никаких сантиментов. А наверху эти крылья, наверху все парит, все торжествует. Стрелы лучей пронизывают дым сражения, подобно фанфарам. Апофеоз революции – апофеоз романтизма. Но мы знаем, Давид не был бы недоволен этой картиной. Он это начал. Он был первым романтиком, первым из бесстрашных поэтов нового времени. Марат, плот медузы, свобода – три бастиона, три крепости, прочно утвердившие искусство нового века. Свобода была показана в салоне 1831 года вместе с другими работами Делакруа. Рядом висели огромнейший холст кардинал Ришелье, слушает мессу в Пале-Рояле, и убийство архиепископа Льежского. Несколько больших акварелей, сепия и рисунок Рафаэль в своей мастерской. Свободу купило правительство. Убийство архиепископа – герцог Орлеанский. Ришелье – парижский муниципалитет. Маленький холст индеец в засаде под Гуркакри – Александр Дюма. Деньги были, был успех. Эжен имел основание быть довольным новой монархией. Но Париж не был доволен. Мирное мещанское солнце освещало отнюдь не мирный ландшафт. Замысел распорядителей, отстранивших тех, кто выполнял революцию, чтобы установить порядок, остался нереализованным. Бунт продолжался, то затихавший, то вновь разгоравшийся бунт. В сентябре палата постановила предать суду министров, подписавших июльские ордонансы. По мнению июльских бойцов, они заслуживали смертной казни. Однако еще в конце августа в парламент было внесено предложение об отмене смертной казни за политические преступления. Весьма своевременно. 17 октября из рабочих предместий к Венсенскому замку, где министры ожидали суда, двинулась толпа вооруженных блузников. «Смерть министрам!» – кричали они. Яростные манифестации продолжались два месяца изо дня в день. 15 декабря в палате пэров в Люксембургском дворце начался суд.
пришлось поставить на ноги гарнизон и национальную гвардию. Кровопролития удалось избежать. Министры были приговорены к пожизненному тюремному заключению. 14 февраля 1831 года карлисты, сторонники старой династии, устроили манифестацию по случаю годовщины смерти Гейцега Берийского. В церкви Сен-Жермен была отслужена заупокойная месса. Когда дамы и кавалеры, полные воспоминаний и скорби, стали выходить из церкви к каретам, их уже ожидала толпа. Взгляды скрестились. Мгновение, и толпа ринулась к паперти. Церковь и дом священника были разгромлены. На следующий день та же участь постигла резиденцию парижского архиепископа. В толпе около церкви Сен-Жермен видели Тьера. Он уговаривал национальных гвардейцев не вмешиваться. Он точно знал, где и когда он должен находиться. В один из первых мартовских дней толпа рабочих явилась в Пале-Рояль с криками «Работы и хлеба». 9 марта в русском посольстве были выбиты стекла. Началось восстание в Польше. Париж бунтовал. 21 ноября в Лионе рабочие пришли на Ратушную площадь со знаменем, на котором было написано «Жить, работая или умереть, сражаясь». Франция жила под постоянный аккомпанемент этого гудения толпы, этих криков и этих угроз. Парижские мостовые жаждали крови.